Всем привет, с вами я, Влейлам, и сегодня я покажу вам 10 самых лучших декоративных модов для Майнкрафта. Это уже вторая часть, и если вы не видели первую, то можете кликнуть на подсказку в правом верхнем углу и посмотреть ее, там тоже очень годные модификации. А мы не будем медлить, начинаем! Что, вам его жалко? Да ладно! Хорошо, сегодня я его мучить не буду. Беги на свой канал, пока я не передумал. Он там какие-то супер смешные ролики делает. Интересно, кто их вообще смотрит. Так, ладно, на чем мы остановились? Ах, да! Итак, первый мод называется Neutral Decor. Он добавит кучу новой растительности, цветков, а также всякие мелочи по типу камней и нескольких видов брусчаток. Блок Layering. Теперь у вас появится возможность расставлять слои блоков высотой всего в пиксель. Их немного, но этого достаточно, чтобы, например, сделать более плавный ландшафт. Architecture Craft добавит различные фигуры, благодаря которым вы можете делать свои постройки более плавными. Чтобы изменить их текстуру, необходимо воспользоваться этаким станком, куда вы помещаете нужный для вас блок. Следующая модификация добавит статуи игроков. Чтобы их создать, для начала нужно поставить два блока с нравившейся вам текстурой по вертикали, а после тыкнуть молотком правой кнопкой мыши. Тут присутствует возможность поставить скин игрока с лицензией, а также двигать его части тела. Плюс вы можете впендюрить своему тамагочи броню или предмет в руку. Modern Lights добавят новые виды светильников. Они отлично подойдут для создания построек в современном стиле. Chisel 2. Он добавляет много, прям очень много новых видов блоков. Теперь вы можете сделать из своей голой стены очень красивый и детализированный узор. Macass Window добавляет стекла с новыми текстурами. Также появится возможность их открывать. Покрашенная вода. Лично я всегда мечтал сделать какой-нибудь разноцветный фонтан, и следующий мод добавляет такую возможность. Единственный минус – это шейдеры. С некоторыми измененные цвета будут не особо заметны, имейте в виду. Chisel and Beads. Мод добавит инструменты, благодаря которым вы сможете изменять пиксели у блоков. Взяв стамеску и зажав левый Alt, у вас появится окошко с выбором фигур, с помощью которых весь процесс убирания пикселей и происходит. Также с помощью красного и синего листочка можно копировать измененный стиль блока и применять его уже на другие. Честно, я не понял, в чем между ними разница, вроде они делают это одинаково. Еще вы можете вертеть блок благодаря деревянному ключу, а также в инвентаре вы найдете микроблоки. Помните мод Декокрафт? Я его показывал в предыдущей части. Так вот, у него появился конкурент, как Риот. Более 1000 новых декоративных блоков и предметов. Тут вы найдете и всякие бочки, и кресла, да даже партиклы дыма есть. В общем, мод действительно заслуживает вашего внимания. Обязательно опробуйте. Про лайк и подписку не забывайте, для меня это очень важно. Ссылки на скачивание модов есть в описании. А с вами был Влейлам, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.